Всем привет! Это компания Arbat Homes, меня зовут Шалкар, мы с вами находимся в Мерсине, а это наш офис в районе ТДЖ. Кто-то уже здесь был, побывал, кто-то еще нет. Ждем вас с радостью, приходите на кофе, чай или просто поболтать. Сегодня мы с вами обсудим тему вида на жительство, или вкратце ВНЖ. Эта тема многих интересует, особенно вот с 26 апреля начались изменения в правилах получения вида на жительство. Начнем с того, что общие порядки въезда, миграционная политика Турции такова, что страны, большинство из наших стран могут от 30 до 90 дней, в зависимости от страны, пребывать здесь суммарно в течение полугода без визы. Например, я родом из Казахстана, и мои сограждане могут здесь находиться в течение полугода с момента въезда сроком до 90 дней. То есть в течение года 180 дней могут находиться без вида на жительство. Но некоторые не хотят причинять себе лишние неудобства и хотят оформить себе вид на жительство. Существует несколько типов вида на жительство, в том числе и гуманитарные, студенческие и прочие. Я затрону, наверное, семейные по праву собственности и туристические. Люди, которые приезжают сюда, снимают квартиру, нотариально заверяют договор аренды, могут получить вид на жительство до 1 года. С правом продления, если предоставлять справку о несудимости, о продлении контракта и выписок из банка. По новым правилам, для тех, кто успел приобрести квартиру до 26 апреля текущего 2022 года, но только сейчас собирается подавать на ВНЖ, нынешние правила не работают. Нынешние правила касаются именно вида на жительство по праву собственности, ТОПУ. Прежде, допустим, в феврале этого же года, можно было по праву собственности подать документы на вид на жительство и получить его на 2 года с правом продления после окончания. Также собираются документы. Изначально вы подаете право собственности, то есть ТОПУ. Также нумератаж, называется документ, берется в мэрии. ТОПУ КАИД берется в НУФУСе, тоже управление муниципальное. Оплачивается налог, покупается страховка. И вперед с песней мы идем получать вид на жительство. Если же вы хотите получить на семью, в том числе, если ваша семья не оформлена в документах в ТОПУ, вы предоставляете справку, доказывающую родство. А конкретно, это справка о заключении брака, апостилированной в вашей стране, свидетельство о рождении детей ваших, если они у вас есть. И все это апостилируется для того, чтобы местные власти могли признать эти печати. Для этого требуется апостиль. Собрали документы, подали и получили вид на жительство. Ныне, по новым правилам, вы можете делать все то же самое, но с этим ВНЖ вы не претендуете на гражданство. То есть раньше эти 2 года засчитывали счет гражданства. В течение 5 лет, если вы не выезжали из страны, проживали здесь, оплачивали счета, также полиция запрашивает о вас информацию от соседей. То есть вы прям жили здесь, не выезжали в течение 5 лет не более чем на 180 дней, автоматом могли претендовать на гражданство. Ныне, если ваша квартира по кадастровым стоимостям стоит меньше 75 тысяч долларов в крупных городах, в том числе и Мерсин и Алания, и 50 тысяч долларов в более мелких городах, ваш ВНЖ уже не идет в счет гражданства. То есть, вкратце, обладателям квартир, у кого есть ТОПУ на руках, можно получить вид на жительство, как и прежде, на 2 года. И если ваша квартира по кадастровым данным стоимости стоит меньше 75 тысяч долларов, вы все же получаете вид на жительство на 2 года, но уже не претендуете на гражданство. А стоит ли претендовать или нет, это дело каждого. Поэтому законы здесь часто меняются, может быть и отменят это решение, может быть повысит, это уже мы посмотрим. Поэтому на сейчас, у нас сегодня 27 мая мы пишем это видео, но сейчас требования таковы, что вы можете подавать вид на жительство по праву собственности на 2 года. Оплачивайте страховку на 2 года, налог на 2 года и получаете вид на жительство. Я рад делиться с вами такой информацией, надеюсь, она была для вас полезна. В целом следите за нашими YouTube-каналом, сайтом, Telegram, WhatsApp, Instagram. Вы всегда на связи, пишите, звоните. И еще раз всем привет, солнечный и солнечного Мерсина. С вами был я, Шалкар, компания Arbat Homes.